Добрий вечір, це тема дня. А тема нашого ефіру – охорона громадського порядку та охорона майна громадян під час новорічних та різдвяних свят. Наскільки готова поліція охорони Миколаївської області до захисту громадського порядку та майна миколаївців, дізнаємось у нашого спікера. Сьогодні в студії заступник начальника управління поліції охорони Миколаївської області, майор поліції Максим Коваленко. Максим Геннадійович, я рада вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і наш контактний телефон 76 92 33. Наближаються різдвяно-новорічні свята. Чимало миколаївців будуть брати участь у святкуванні і залишати свої квартири та будинки на тривалий час. Як зберегти майно, треба думати вже сьогодні. Максим Геннадійович, будь ласка, що ви можете порадити нашим глядачам? Добрий вечір всім. В першу чергу хочу всіх поздравити з сьогоднішнім праздником. І з наступаючими рождественськими і новогодніми праздниками. Також хочеться поздравити наших самих маленьких зрителей, тому що цей праздник сьогоднішній касається іменно їх. По поводу вопроса. Хочется сказать, что и вообще так сложилось, что вся суета и подготовка к новогодним праздникам начинается сегодня уже, потому что Святой Николай, Новый год, Рождество. И люди занимаются подготовкой к праздникам. Но также хочется сказать, что у нас есть такая категория граждан, которая наоборот, хочет эти праздники сделать не очень приятными для нас с вами и для всех остальных граждан. Что, во-первых, хочу сказать. В первую очередь надо обезопасить свое жилье, и свой бизнес, офисы от возможных, как говорится, проникновений и краж. В первую очередь, конечно, это техническая укрепленность. Это установка решеток на окна, хороших дверей, хороших замков. Но это все хорошо, но самый лучший способ сегодня обезопасить свое жилье и имущество – это установка охранной сигнализации. В двух словах расскажу, что такое охранная сигнализация. Это помещение оборудуется датчиками окна на открытие, двери на открытие. Также устанавливаются датчики на разбитие внутри помещения и на движение. Значит, как работает эта сигнализация? Хоть какие замки у вас на дверях не стоят, это преступнику дело времени, чтобы вскрыть замок. После того, как он несанкционированно проникает в жилье, или в помещение, которое находится под охраной полиции и охраны, сразу же поступает сигнал тревога на пульт. В полиции охраны есть пульт централизованной охраны, который работает в круглосуточном режиме. Как только приходит сигнал тревога на пульт, оператор пульта очень быстро направляет наряд полиции на объект, на котором сработала сигнализация, для выяснения причин сработки. Тобто встановлення сигналізації – це найкоротший і найефективніший шлях до того, щоб забезпечити у безпеці своє майно або квартиру, або будинок, так? Да, іменно самий ефективний на сьогоднішній день, як ви правильно відмітили. Ще один вид допомоги в охороні майна та громадського порядку – встановлення тривожних кнопок. Наскільки ефективні тривожні кнопки в умовах сьогодення? Будь ласка, Максим Геннадійович, і наведіть приклади. Да, тривожна кнопка – це теж є вид сигналізації. Тривожна кнопка виглядить приблизительно як брелок сигналізації, автомобільної сигналізації. Тобто все просто, на якому є. Зараз приведу пару прикладів, як воспользоваться, для чего нужна тревожная кнопка. К примеру, вы пришли вечером домой, сняли помещение с охраны, если оно под охраной находится, и находитесь дома. И по каким-либо причинам вы могли услышать что-то в подъезде там, или где-то на улице, увидели подозрительных людей,
Ну, и, к примеру, если возьмем лестничную клетку, там, ну, подозрительные люди хотят вскрыть, открыть, ну, соседнее жилье. Вы можете воспользоваться тревожной кнопкой, наряд полиции, охраны прибудет, разберется, ну, выяснит ситуацию, что. Также хочу привести небольшой пример, но из этических соображений не буду, ну, полностью называть, как говорится, раскрывать всю историю. Но можно називати фамілії, ім'я або все ж таки приклад. Я вам приведу. Значит, смотрите, бывают такие ситуации, ну, они были, вернее, такие ситуации, когда люди, находясь дома после работы, а преступники вскрывают двери и заходят. То есть ничего не боятся. Вот для этого нужна тоже тревожная кнопка. Как можно обезопасить себя, то бишь ей воспользоваться. Это по поводу, ну, тревожных кнопок, будем говорить, в квартирах. Ну, в офисах это понятно, что когда сотрудники работают, у них эти тревожные кнопки находятся при них. Они тоже ими могут воспользоваться. Также еще хочу всем телезрителям показать. В городе, ну, часто замечали вот такие вот информационные, как говорится, стикеры. Терминовый выклик полиции. Да. Будь ласка, еще покажите. Да. И там телефон 050. Да, сейчас сначала 22, я расскажу, что 20, это означает. Значит, в основном это на объектах, не квартирах, а именно бизнес, предприятия, объектах устанавливаются такие вот информационные наклейки. Что это означает? Если вам, как гражданину, на улице потребуется помощь, неважно какая, ну, я имею в виду вызов полиции вам нужно, телефон, да, но если вы увидели такой стикер, вы можете зайти в это помещение, в этот магазин продуктовый, там, школу, неважно, где она установлена, и воспользоваться, наряд полиции, охраны прибудет, ну, и выяснит, какая помощь вам нужна, и сразу же окажет вам ту или иную помощь. Так же само на всех наших информационных наклейках есть телефоны. У нас работает в департаменте колл-центр в круглосуточном режиме. Операторы, все, которые у нас есть в Украине национальные, звонки бесплатные на него. Значит, оператор колл-центра, то есть вы можете позвонить туда, сделать заявку на охрану или свои предложения высказать, пожелания для охраны. Вас выслушают, если надо этот вопрос, ну, уладить или выслать вам для того, чтобы оборудовать ваше жилье, передается в территориальное управление, ну, по Украине, и дальше люди работают, ну, с заказчиком услуги. Раніше встановлення тривожних кнопок, воно пропонувалося лише в офісах, магазинах, барах. А зараз ви радите людям встановлювати тривожні кнопки і у власних приміщеннях. Так, да. І тому що, я ж вам привів примір уже, тому що преступники зараз, ну, извините, наглі, вони навіть проникають в жилье, особливо, це якщо частні дома. То есть они, когда люди дома, они могут залезть через окно или вскрыть дверь входную, ну, и залезть в дом. Их не останавливает того, что люди дома. А якщо людина почула, що хтось проникає в її приміщення, вона ж може зателефонувати і просто 102? Можна, конечно, но более быстрый и эффективный способ – это нажать тревожную кнопку. Потому что, ну, по телефону это надо сделать какой-то порядок действий, алгоритм. Достать телефон, а если он не при вас находится, а, к примеру, частный дом на втором этаже. А тревожная кнопка в основном, как правило, они идут два брелка. То есть вы можете на кухне там оставить один брелок, один, ну, где-то в помещении. Или просто в карман халата бросить и ходить. Просто, ну, ну, надо нажать, то есть оно само не нажмется, ну, чтобы был ложный вызов. Головне, щоб не забути, що треба нажати. А скільки злочинів за допомогою тривожних кнопок вдалося попередити за останній час? Ви можете навести приклад? По поводу преступлений. Я зараз вам доведу небольшую статистику. За 11 місяців ми, наші наряди поліції, охорони, виїжджали на реальні зробки, на охороняємі об'єкти.
почти 10 тысяч раз. То, ну, вы видите, какая ситуация в городе. Это только объекты. Плюс на квартиры, дачи, гаражи почти 4,5 тысячи раз. И это на сработки тревожных кнопок, как вот мы, терминовый выклик полиции, почти 4 тысячи раз. Так же самое мы имеем право, хочу, ну, сказать, что задерживать сотрудников и доставлять в районное отделение полиции, если он, ну, нарушил закон. Ну, тому що ви офіцери поліції, ви є працівниками поліції, да. Тобто державної... Государственна, да, організація, ну, поліція охорони, ми працюємо в системі єдиної дислокації. Ми як охороняємо жилье, так і в случае выявления... И можете и попередить злочин, конечно, так? Конечно. Самая наша работа на предупреждение преступления. Ну, потому что надо работать наперед. А скажите, пожалуйста, как швидко полиция реагирует на сигнал тревожной кнопки? Например, если сигнал поступил, ну, например, с Богоявленского проспекта? Ну, проспект Октябрьский, Богоявленский, он очень большой, правильно? То есть, ну, протяженность имеет очень большую. Ну, это так. Широкую балуть. Да. Не, это я просто сказал как для зрителей, потому что это не один квартал. Ну, звичайно. То есть, да. В основном, в среднем наш прибытие после сработки, которая на пульт нам приходит, 5 минут. Это не важно, или тревожная кнопка сработала, или охранная сигнализация. Мы к каждому вызову относимся, ну, как к боевому. Это получается... Тобто 5 хвилин, незалежно від відстані, да, так? Да, у нас в точках отстоя, будем говорить так, находятся наряды полиции и охраны, которые, ну, мы расположили их в нужных местах по городу. Які завжди наготові? Які, конечно, они все время наготові, вооруженные. И готовы принять, как говорится, вызов и отработать сигнал, и помочь гражданам. А скажите, будь ласка, Максим Геннадьевич, чому надати перевагу зараз нас глядачі слухають, і, можливо, у когось виникне запитання, чому надати перевагу встановленню сигналізації чи тривожної кнопки? Ви розумієте... Я, ну, розумію, так, що не... ви пропонували і сигналізацію, і тривожну кнопку, але... Все ж таки. Смотрите, надо в комплексе обезопасить себя и свое имущество. Потому что особенно в эти праздники, как, ну, я имею в виду, в праздничные дни, согласно статистике, увеличивается количество краж в разы. То есть, и чтобы себя обезопасить, ну, вот, например, возьмем, ну, квартиру. Вечером я уже привел, когда вы приходите домой, вы снимаете с охранной сигнализации. То бишь, мы вас охраняем и наблюдаем на пульте за вашим помещением, ну, о его неприкосновенности, будем так говорить, пока вас нет дома, пока вы занимаетесь, ну, своими делами. А потом, когда вы дома, вы сняли с охранной сигнализации, ну, то есть, вы же там внутри находитесь, то вам тревожная кнопка, потому что охранная сигнализация, она, ну, не работает. Она уже не працює, да, и вас, да, никто не охороняет, да, не забезпечує охорону вам, так? Ну, можно сказать и так, да. Так что, как бы, подумать о охране себя и имущества своего, как бы, в первую очередь должен, ну, гражданин. Но мы всеми способами пытаемся, ну, в этом деле помочь. Тобто ви радите і сигналізацію, і тривожну кнопку. І охоронну, і тривожну сигналізацію, звісно. На сторінках поліції охорони в мережі Facebook, на Ютубі є сюжети про результати роботи ваших колег. Максим Геннадійович, і ми можемо зараз показати ці сюжети з Чернівців та Сум. Будь ласка. В місті Суми близько 15-ї години 30-річний раніше засуджений за майнові злочини чоловік, зламавши запірні пристрої вхідних дверей, проник на дах багатоповерхівки.
де було встановлено вартісне антенне обладнання та пристрої для радіомоніторингу Укрчастотнагляду. У затриманого було виявлено стамеску, якою відкривав двері, а також 12 ампул димедролу. Завдяки тому, що об'єкт було обладнано охоронно-пожежною сигналізацією, група затримання поліції і охорони прибула на місце за лічені хвилини і затримала зловмисника. На даний час чоловіка доставлено до відділку поліції, проводиться перевірка. Протягом двох останніх тижнів дані особи, вони, напевно, дійсно тероризували наш підрозділ, тому що з кількістю в 3-4 спрацювання йшло з об'єктів саме там, де зберігаються продукти, магазини. Разом з карним розшуком ми зорганізувалися, провели додаткові заходи для того, щоб затримати даних осіб. Нам прийшлося виставити додаткову групу реагування. Це були наші працівники згідно доручення начальника ГУНП у цивільній одежі, в цивільних автомобілях. І фактично вони були розставлені по всьому місту для того, щоб затримати даних злочинців. О. 044 отримали повідомлення про спрацювання тривожних сигналізацій, після чого ми під'їхали на об'єкт та на виході з магазину виявили невідому особу. Після чого ми затримали її та провели поверхневу перевірку. В нашій практиці дуже багато є затримань, але це саме резонансне, тому що вони дві неділі фактично тероризували наш підрозділ, і не тільки наш, а також приватні охоронні структури, які мають під охороною свої об'єкти. Але тут спрацювала поліція охорони, тут спрацювала карний розшук, ну і в цілому спрацювала національна поліція для того, щоб подальшому не допускати отакі проникнення і крадіжки з об'єктів. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі і говоримо сьогодні про охорону громадського порядку та охорону майна миколаївців. Максим Геннадійович, будь ласка, якщо людина бажає встановити сигналізацію, чи встигне вона зробити це до нового року? Ми працюємо дуже швидко. Виходить, в першу чергу, чоловіку потрібно звернутися до нас, що йому потрібно встановити сигналізацію на его помещение. Как я уже ранее говорил, это можно сделать по телефонам, которые указаны здесь. Это наш колл-центр круглосуточный. 050-22-20, так? Да, и если заметить, тут как стационарные, так и операторы, все операторы, которые в Украине работают. Также можно обратиться в управление полиции и охраны в Николаевской области, на улицу Шевченко, 52, и также во все районные подразделения, которые работают у нас в Николаеве и области. Информацию всю о расположении контактных телефонов можно узнать на нашем сайте. Мы есть и в социальных сетях, и есть официальный сайт в интернете, сайт департамента полиции охраны, на котором можно всю необходимую информацию взять. После того, как человек обращается, в 2-3 дня у него уже сигнализация дома стоит, подписывают договор на охрану, все. Как говорится, может спокойно доверять нам свое жилье и имущество. Ми зараз подивилися у відеосюжеті, як працюють працівники поліції охорони в Чернівцях та Сумах. Будь ласка, як працюють ваші працівники? Чи є якась різниця в цієї праці? Чи ні? В основному
все подразделения полиции и охраны действуют примерно одинаково. Ну, конечно... Але є все ж таки нюанси. Конечно, да, нюанси є, как бы я їх не буду вам озвучувати, потому что, ну, ми поліція, ми боремося з преступністю, ми не будемо розказувати... Подавати таємницю. Да, ну, будемо говорити так. Все сотрудники у нас проходят обучение в учебных заведениях Департамента полиции и охраны. Также у нас занятия проходят каждую неделю, как по физической подготовке и теоретические знания. То есть все сотрудники у нас повністю обучені. Досвідчені люди. Да. Поліція охорони – єдина в Україні охоронна структура, працівники якої мають визначені законом права та повноваження на озброєну охорону та застосування владних функцій щодо правопорушників. Наскільки, будь ласка, Максим Геннадійович, готові ваші працівники до будь-яких несподіванок і як часто вам доводиться застосовувати зброю? По поводу оружия сразу отвечу. К счастью, в этом году еще в Николаевской области сотрудники полиции и охраны не применяли, не использовали оружие. Но каждый сотрудник полиции и охраны вооружен табельным оружием, которое, как я уже сказал раньше, навыки свои все время пополняют сотрудники. Во-первых, это практические занятия, обращение с оружием, обучение в учебных заведениях Национальной полиции, Департамента полиции и охраны. И также на месте обучение, у нас есть человек, который ответственный за обучение сотрудников. И каждую неделю все это мы, как говорится, усовершенствуємо свої знання і навики в цьому направлінні. Є ще приватні служби охорони. Чим вони відрізняються від вас, від вашої служби? Во-первых, ми государственная служба. Это самый большой плюс. Во-вторых, все сотрудники полиции и охраны обеспечены оружием. Спецсредствами, средствами активной обороны, будем так назвать, которые имеют законные основания на применение, использование этих средств. Также хочется еще сказать, что только сотрудник полиции, согласно действующего законодательства, может задержать и доставить в райотдел. Лише співробітник поліції. Да. Більше ніхто. Ну, частна охоронна структура не може. От тільки сотрудники поліції. Чи несуть ваші люди відповідальність, якщо прибули невчасно і злодії вже встигли зникнути? Спочатку, перед тим, як відповідати на ваш вопрос, какой-то случай должен наступити, спочатку, гражданин заключає договор с полицией охраны. И при заключении договора обговаривается сумма материальной ответственности. В случае, если мы не выполним свои обязательства перед гражданином, то какую материальную ответственность? Все. Так как он со своей стороны отмечает, что он хочет такую. Так же само мы ему говорим для того, чтобы улучшить свое жилье, что нужно сделать. То есть наши специалисты говорят, подсказывают, где поставить датчик сигнализации на движение, на открытие, решетки поставить, замки поставить. Это мы все тоже оговариваем при заключении договора. И все договора у нас заключаются с материальной ответственностью. Максим Геннадійович, часу немає, але кілька слів. Чи співпрацюєте ви з іншими підрозділами поліції у підтримці громадського порядку на вулицях міста? Да, ми одне слово. Работаем в системе единой дислокации Национальной полиции. И хочется отметить, что мы по линии 102 за 11 месяцев выехали 1100 раз. То есть вот вам, конечно, мы работаем.
совместно. Поліція охорони Миколаєва працює. Да. Спасибі вам, що завітали до нашої студії. Часу більше немає. Це була тема дня. На все добре.